Авторський підхід до хореографічного мистецтва саме про таку справу будемо говорити з гостею, яка вже є у нашій студії. Отож, зустрічайте Ольга Головко, хореографка, постановниця. І, взагалі, керівниця танцювальної студії. Ми знаємо, що Ольга відома і в Україні, і за її межами своїм мистецтвом, тому що ви створили авторський стиль, його багато хто вже побачив, і сьогодні ми про нього поговоримо. Отож, Очень раді приєдна. вас бачити. Чайтесь чаєм, і будемо Благодарю. говорити про мистецтво, про хореографію, про те, як важливо людині показати себе, і взагалі, що ж означає цей авторський стиль, авторський підхід до того, що є у вас. Uh, большое вообще спасибо, что пригласили, очень приятно, потому что для меня танец — это прежде всего выражение эмоций, которые проживают мои ученики, проживают дети, и наша главная вообще цель и задача, чтобы все зрители прочувствовали то, что чувствуем мы во время танца. И вот так вот авторский стиль мой постепенно продвигается. И, конечно, я не могу громко сказать, что это мой авторский стиль, я раскрою небольшой секрет, наверное, Потому что анализируя ситуацию в танцевальном спорте. А в танцевальном спорте я уже много нахожусь: 29 лет танцую, mm. из них 17 преподаю за плечами чемпионаты мира и Европы, финалы. И, соответственно, Ой, секрет все... молодости. Хочу задать, просто вот еще. Танцуйте много и будьте счастливы. И даже лучше. И, анализируя всю эту ситуацию, то есть глубокий действительно профессиональный спорт, я взяла голые цифры, посмотрела. И ситуация такая, что у нас действительно большое количество танцоров и огромное количество очень красивых, очень талантливых девочек, которые, к сожалению, танцуют в сольной программе самостоятельно. Если мы возьмем, например, один из последних турниров, то мы видим, что 120 девочек, например, в возрасте 8-9 лет танцуют соло и всего лишь 20 пар. Анализируя данную ситуацию, мы сами можем реально понять, какие шансы у девочек этих 120 попасть в пару. Они есть, и при этом они очень минимальные. Я как человек, пропитанный с самого детства этой красотой бального танца, женственностью, грацией. То есть э, я люблю, чтобы девочка была действительно девочкой. И у меня душа уходит в пятки, я вам рассказываю, у меня мороз по коже, потому что очень обидно, когда девочки такие красивые уходят в уличные танцы, хип-хоп, что-то такое балахонистое, мешковатое, и они просто забывают про свою красивую мечту. И вот, глядя на это все, я проанализировала, что происходит в мире с этим. Но ну, что-то же люди делают. И есть такие прекрасные темпераментные страны изобретательные, как Испания, Италия, Греция, которые изобрели леди стайл, леди Formation. И я, увидев это, посмотрев, как это красиво выглядит, это все так синхронно, красиво, такие команды, Принимаю, конечно же, решение поехать на мастер-класс к данным mm -hmm. преподавателям, потому что хочу тоже такое попробовать. И, конечно, посетив данный мастер-класс, я принимаю решение, что это однозначно нам нужно, потому что это красиво, спортивно. І женственно, в першу угу. Ну, тобто, це така на основі на базі того, да. що ви побачили. Ви створили вже свою авторську розробку, тобто показали, як можна подати, як можна використати ті елементи, які у вас народилися десь в голові. Можливо, скомбінувавши вже з відомими, ви зробили такі постановки. Так? Да, совершенно верно. Есть... І тут можна використовувати різну музику, зробити якийсь такий симбіоз. Це така взагалі ніка колаборація. классических латиноамериканских танцев, которые мы все знаем. Это самбо, чича, румба, пассадо, джаев, которые танцуют все бальные спортсмены. И плюс к этому это добавление изящных элементов из других танцевальных стилей, потому что все-таки девочки в маленьком возрасте не могут этого себе позволить в бальных танцах. А в данном направлении или деформейшн, как только мы видим в ребенке талант, как только я вижу, что девочка с прекрасной растяжкой, с классной гибкостью, я стараюсь максимально эти таланты раскрыть и угу. показать это уже с самого юного возраста. А, Оль, а как вы думаете, вот справде э, такие серьезный вид спорту уже зараз думают уже много лет, как его так перевести, возможно, в олимпийские виды, э, бально-спортивные танцы, так? Угу. И грация, и хореография, все разом, Витривалість і там такий набір елементів, а, але ж пар не так багато, і хлопці чомусь відходять. От, як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ем, є хлопці, справді вони танцюють, але ми бачимо, що або пари йдуть в соціальні танці. Угу. Так багато пішло, коли вже з'явилися там декілька років тому, з'явилися соціальне направлення. У нас просто а, в Україні стався бум. Да, здесь Так, и, и люди пришли туда. И еще хлопцы, хлопцы так себя поводят. Ну, не давайте добро. будем честными, буду с вами предельно искренна. Бальные танцы никогда не были дешевым видом спорта, и, соответственно, это требует определенных финансовых вложений, помимо физических и временных. И, соответственно, не каждый человек готов столько вкладывать. И с годами, конечно же, в танцевальном спорте дефицит партнеров растет он не уменьшается, а только растет. И поэтому так сложилось, что бывает такое, что партнеров удерживают какими-то путями, там платят за партнеров и так далее. Ну, я как женщина категорически против, чтобы оплачивали девочки, мальчиков. Это отдельная тема отдельного эфира. А выходит, мне кажется, потому что проще. Проще танцевать хип-хоп, проще танцевать социальные танцы, потому что танцевальный спорт – действительно уже стал спортом и это сложно дорого, а вот Lady formation как раз это прекрасная альтернатива, потому что это другие костюмы другое направление, меньше семинаров, меньше индивидуальных уроков и при этом красота и грация раскрывается ничуть угу. не медленнее. Ну и девчата же может себя показать и где-то на великой сцене, так? Они могут да. выйти и не брать участие в конкурсе, где ты можешь быть лучшим, а можешь и худшим, то есть это так. Залежит уже и от... Удачи. Здесь просто чуть-чуть э, э, с какой-то стороны легче, с какой-то стороны сложнее. Мы участвуем командой. И команды всегда детям морально немножко проще. Они сплочаются, и командный дух вот этот помогает выступать на соревнованиях. И э, выступая на соревнованиях в команде, они также получают призовые места. Вот мы недавно выступали на международном турнире, взяли гран-при. Э, дети были несказанно рады, потому что взяв гран-при, наша команда совершила фурор для себя самих. А, мы, до речи, тут э, бачимо, як выбрали гран-при. Так, да, це, це воно? Нет, не оно. Это не ну, оно. Гран-при, к сожалению, видео нам еще пока не прислали. А, не скоро Это тоже да. складно. До речи, я дивлюсь, костюмы шикарни. Тут під кожен танк танец под каждый вид и своя музыка, своя хороны, музыка, свои и... костюмы, и светло. Да. Ну, очень хорошо все это выглядит. Это же нужно всех научить, чтобы они так синхронно танцевали. Совершенно верно. Все зависит от старания, упорства девчонок, от нашей совместной работы. И очень много зависит, конечно, от поддержки родителей, потому что родители очень много значат, потому что создавая определенный танцевальный номер. Мы видим, что это разные костюмы, это разные образы, разная музыка и совершенно разные прически, макияж и всему этому нужно научиться. И mm -hmm. этому мы обучаем наших мам и мамочки mm -hmm. наши прекрасные, прекрасно приходят в помощь и создают вот этот образ, макияж, прическу. Э, наша профессиональная команда портных работает, чтобы у нас получались такие прекрасные костюмы, которые Я вимишляю. Слухайте, я просто дивилась на ті костюми. ну Тут ми просто бачимо, ну це нам таке відео дали, щоб ми подивилися так. І ми коли да, дивилися всією командою, ми просто не могли зрозуміти, як взагалі ви так можете спрацювати всі разом, щоб і костюм вийшов, такий гарний ідея, щоб все це передалось, ну то мабуть від більше від тренера, так? Від, від, від вас залежить все все. залежить, звісно, по ідеї повністю от і до от тренера. и реализация уже этой идеи, то есть совмещение танцевальных треков, как это сольется с танцевальной композицией, как сработает команда, это все, конечно, лежит на А вот эти мешковинцы, слушайте, ну это просто диво, <свят> я не знаю. <свят> Оля, что это была за идея? Расскажите про это. <свят> была идея. Это еще было в зарождении а, нашего направления <свят> «Леди Formation. Была идея сделать что-то такое, я люблю не как у всех. И, соответственно, бальные танцы мы привыкли. Это ярко, красиво, стразы, боа. А вот если мы выйдем в мешке, у всех будет вопрос, ну, что это? А это будет супер. Что это такое? И потом, когда девчонки вышли в мешках, и они танцевали, и потом они избрасывают эти мешки, и там, конечно, красивые бальные костюмы, то это было такое двоякое впечатление, но это однозначно был просто... Ну, настоящий кайф для дітей, тому що вони відчувають, як впечатляють зрителей. І це, звісно, костюми дорогого століття. Звичайно, так, їх вже треба було розробити. І макіяж. Yeah. Ми бачимо, що тут під кожен костюм підібраний макіяж, yeah. і навіть вираз обличчя одразу стає інший. Так, і дівчата вже себе інакше почувають. Тобто вони виходять, вони згуртовані в команді, вони знають, як себе подати. Це допомагає в житті кожній дівчинці, я впевнена. Вони Ну, так. Но у нас же есть вершины. определенные критерии, потому что мы выступаем на соревнованиях и фестивалях, и я как судья Всеукраинской федерации танцевального спорта, как член жюри многих фестивалей, четко понимаю, что мы должны соответствовать. То есть есть критерии, например, хореография, которому отдается аж 45 процентов. Mm -hmm. важности э, в оценке. Потом следующий критерий у нас это соответствие стиля и сложность вариации. То есть если будет простая вариация, то, конечно же, мы проиграем. Это тоже 20%. Аж 30% отдается перформансу. Перформанс угу. – это яркий костюм, а необычная ось, подача, угу. харизматичность личности, передача характера танца, насколько энергетично танцует команда и передает это настроение в зал. И плюс пять процентов еще остается у нас на внешний вид и на самопрезентацию по прическе и макияжу. А это сколько всего треба? Да, И это все же нужно учесть, потому что иначе, если что-то мы не учитываем, то наша команда может очень проиграть. Оль, ви можете бути членах жюрі, так да. і я ліцензірований витись... судді є. Так, під. якщо ви суддя, то ви вже знаєте, як пара повинна виглядати, так а чи є у нас такі конкурси, коли можуть дівчатка командою представляти себе, і чи є ваші конкуренти? Чи немає ще от в нашому місті, <зас> мабуть, нікого немає, так тільки тільки ви Смотрите, як все сложилось, на сім років назад, когда я почала це направлення. Мы только выстрелили, мы поставили один танцевальный номер, второй танцевальный номер, и появились последователи. Стало интересно, потому что выглядит это легко, красиво, ярко, и мысль какая? Я так хочу. Конечно, потому что все это хотят, и у всех есть ситуация с девчонками, талантливыми, красивыми, их много. И при этом, как оказалось, эта работа достаточно объемная. Потому что сплотить коллектив, сделать команды, чтобы они не ссорились, чтобы они хотели выступать вместе. Плюс все вот эти вот критерии по судейству учесть и создать вот эти вот моменты. То есть многие там звонили у меня, консультировали, зная, что я бывала на этих мастер-классах. Но при этом, к сожалению, у нас буквально две, наверное, может быть, три команды в области нашей осталось, которые пытаются еще этот стиль проводить. И я надеюсь, что они все-таки окрепнут І у нас будуть соперники що, ну, да, нема з ким. ми виїжджаємо на всіукраїнські сорівнування, на міжнародний, там є з ким сорівнуватися, і це прекрасно. Вот. Ну, Значить, треба там показувати свою майстерність. Там так и так, так, і, так і робимо. Ну а в те, що стосується нас і нашого міста, то я думаю, що вам вистачить сил розвивати це направлення. Нехай тільки приходять, так? Я дуже надіюся і приглашаю всіх з радості. Команда, яка у вас вже сформована, скільки дівчат? Основная. Ну, да, основная команда наша юниорская, это 12 человек. И подрастающая команда, 8-10 лет ювенальщики, это 10 человек. То есть мы формируем любое количество, угу. и с четным, и с нечетным совсем. Мы сейчас как э, яскраво, гарно выглядают э, У нас э, очень красивые девчатка. девочки, это просто моя гордость. Стройные, красивые, длинноногие, я реально очень горжусь. А, Оль, ну знаєте, тут е, така задача в кожної цієї дівчинки, так е, треба і не виділятися е, з-поміж інших, так, е, бути достойною, е, вміти все робити, так, але або всі разом повинні бути на рівні. Е, або ж хтось, якщо краще танцює, то нехай всі тягнуться до нього. Це вже тренер, мабуть, дивиться, як, як, як це все зробити. Совершенно вірно. Во первых, ми всі стараємося к лучшому уровню мастерства. синхронности мы отрабатываем все до максимума и при этом есть такие моменты как каждая девочка индивидуально у кого-то лучше пластика у кого-то лучше грация кто-то максимально харизматичная у кого-то очень классная растяжка и вот эти изюминки Теж задача вставити в танець, щоб хтось на шпагат, а хтось зробив мостик, а хтось зробив То тобто, є, таким образом ми діємо разнообразі варіації, і кожен може проявити свої найкруті таланти і цьому захід команду. А, Оль, ну на останок вже за так дуже мало часу залишається. Приємно було з вами спілкуватися. Хочеться почути все ж такі поради, рекомендації, тому що багато дівчат хочуть себе проявляти, і не завжди вони знаходять. Саме десь там спробували, тут десь походили. От Ви вже знаєте, як себе показати, як подати, що потрібно для того, щоб на максимум виразити усе, що у вас є. Лучшая рекомендація, мабуть, це смело зробити перший шаг. Як только ви попадаєте в танцювальний зал, ви окунаєтесь в танець, моментально розсеяться всі страхи легко. комфортно, мы входим в это состояние и учимся уверенности в себе, учимся презентовать себя, учимся стилю, красоте, а это, мне кажется, самый необходимый набор для любой девочки и девушки и женщины в любом возрасте. Так, неймовірно Ольга Головко була сьогодні в нашій студії. Дякуємо Спасибо вам. вам а, справді хочеться, щоб всі ми відчували таку внутрішню енергію, той запал, який сьогодні Оля нам подарувала. Хочеться всім побажати гарного дня, гарного настрою. Залишайтеся з відкритим. Завтра зустрінемось вже о 13.30. До побачення!